Же мармеладные глаза. Устал и один мармеладный глаз. Хватит смеяться. Даже один мармеладный глаз очень вкусный. У меня идея для пранка. Притворюсь, что у меня выпал глаз. Девчонки так сильно испугаются. Будет очень смешно. Так, кетчуп на глаз. Теперь беру мармеладный глаз и прикладываю. Стелла, смотри, у меня глаз выпал. Ты серьезно? Как страшно! Убери его! Ой, у меня во рту глаз! Я подавилась, девчонки, помогите! Не могу нормально дышать! Боже мой, Элли! Надо скорее ее спасать! Вот так! Какие вкусные хлопья! Съем еще ложечку! Что? Глаз! Откуда? Элли спасли, я могу доесть свой мармеладный глаз. Попробуй откусить. Вкусно! Но вот он и закончился. Теперь твоя очередь. Я только рада. У меня целых 10 мармеладных глаз. Пробую положить сразу все в рот. Девчонки, у меня поместились сразу 10 штук. Можете твоих добавить? Нет, это мои глаза. Я сама их съем. Как вкусно. Хочу еще. И еще. Стелла, я не буду делиться. Элли, перестань на меня так смотреть. Меня этим не возьмешь. Я уже все съела. Мармеладные глаза были очень вкусными. Не смогла остановиться. Ой, что это? У меня выросли новые глаза? Девчонки, я похожа на монстра. Ого, это же твиксы, они очень вкусные. У Элли всего один. Ну и пускай, что один, зато он очень вкусный. Эй, аккуратнее. У меня прикольная идея. Нужно разрезать твикс с помощью бензопилы. Страшно? Не переживайте, бензопила нужна вот для этого. Сейчас нарежу батончик на небольшие кусочки и с наслаждением все съем. Ой, простите, так... видимо, бензопила вас немного испугала. Ну ничего, теперь я быстренько съем свой твикс. Объедение. Теперь моя очередь. У меня 10 твиксов. Избавлюсь от упаковки. Готово. Я никогда не ела так много твиксов сразу. Они же такие вкусные. Я сама себе завидую. Здорово. У меня идея. Я могу положить твиксы в бутылочку с молоком. Тогда у меня получится шоколадный коктейль. Я смогу съесть твиксы и запить их шоколадным молоком. Двойная порция шоколадной еды. Классно! Попробуем! Вкусно! Вдвойне вкусно! Я все съела, теперь очередь Энн. Для начала я избавлюсь от лишней упаковки. Это будет быстро. Готово! Теперь у меня офигенная идея. Я построю огромную высокую башню из твиксов. Для этого мне понадобится шпатель и нутелла. Отлично, этого мне хватит. Намазываем нутеллу на твиксы и выстраиваем огромную высокую башню. Ого, твикс-башня получилась такой большой! Мне нужна лестница. Она такая аппетитная. Что там внизу происходит? Мы любуемся башней и хотим ее попробовать. О, нет! Я падаю! Хорошо, что я надела строительную каску. Она меня защитила. У Элли целых 100 слоев чипсов Принглс, крутяк. А вот у Стеллы всего одна чипсинка. Давайте начнем со Стеллы. Она точно быстрее справится. Ах, одна чипсинка, как мало. Как же мне ее съесть, если я не могу даже ее схватить? Могу притвориться ученым-исследователем. Тогда получится рассмотреть чипсинку через лупу и ухватить пинцетом. Сработало. Она такая маленькая. Пришло время пробовать. А вы что, просто сидите? Ладно, моя очередь. У меня целых 10 слоев чипсов. Не открывается. Но у меня идея. Надо только разрезать ее с помощью пилы. Надо было сразу так сделать. А теперь подкидываем чипсы вверх и ловим все ртом.
получается так вкусно. Девчонки, как вам мой трюк? Ой, банка прилетела. Мне больше понравилась часть, когда приземлилась банка. Теперь пришла моя очередь есть. Начну с одной упаковки. Как вкусно. Я могу их есть очень долго, ведь у меня целых 100 слоев. О нет, ау! Хватит, перестань кидаться. Надену каску, если в голову прилетит. Элли, остановись! Ай, больно! Что вы говорите? Простите, но я занята поеданием чипсов. Раз так, то мы собьем всю твою гору чипсов. О, нет! Мы молодцы! Я не могу подняться! У меня всего лишь одна косточка, и я должна ее съесть. Ну, давайте попробую. Ай, гадость! У меня идея. Если это косточка, то я могу ее посадить. Мне нужен только горшочек с землей и лопатка. Готово. Что же у меня вырастет? Ничего не растет. Это придется очень долго ждать. А ты ешь пока. Ладно, придется съесть брокколи. Ужасное на вкус. Гадость. Надо бы запить этот ужасный вкус кока-колой. Вот мое спасение. Подожди, я одолжу, чтобы полить свою косточку. Теперь у меня точно должно все вырасти. Нужно немного подождать. Ого, так быстро! Я даже не думала, что кола так быстро поможет. Ого, это целое брокольное дерево! И мне нужно его есть? Мне это не нравится. Какое ужасное! Давай ешь! Я все съела. Стелла, твоя очередь. Мне совсем не хочется. Надо что-то придумать. Точно. Девчонки, что там? Отлично. Пока они отвлечены, я выкину все брокколи и притворюсь, что все съела. Я такая умная. Но там ничего нет. Эй, Стелла, что ты делаешь? Выбрасываешь брокколи? Сейчас мы все поймаем. В эту мисочку уместятся все выброшенные брокколи. И ты точно будешь их есть. Отлично. Я все съела, девчонки. Правда? А это ты когда будешь есть? Давай, уплетай свое любимое брокколи. О, оно такое ужасное. На вкус и на запах. Неужели мне нужно съесть все? В моем художественном челлендже, кто будет лучше рисовать, тот и будет получать подарки. А сейчас узнаем, что же хотела подарить Стелла Нику. О, это же Поп-Ит! Он в виде сердечка, как мило. Потрясающий подарок. Что ж, можете начинать рисовать Поп-Ит. Я никогда не рисовал Скитлз. Это должно быть интересно. Время пошло. Открываем упаковку, но для начала надо попробовать. Ого, девчонки, это реально Скитлз. Очень вкусный. Я фанат этих конфеток. Ник, ты сейчас все съешь, и рисовать будет нечем. Давай я покажу мастер-класс, как рисуют конфетками Скитлз. Это проще простого. Нужно только облизнуть конфетку и приклеить ее на лист бумаги. Смотри. Получится классный и яркий рисунок из конфет. Вы только посмотрите, какое сердечко у меня получилось. Ник, как тебе мой рисунок? Ого, выглядит круто. Как же мне рисовать Скитлз? Точно! Я могу положить конфетки в палитру. Если Скитлз разложить по цветам и залить в каждую емкость чуть-чуть воды, то получится настоящая акварель. Вот, смотрите. Я о таком даже не подумал. Я точно уверена, что у меня все получится. Такими красками точно получится нарисовать милое сердечко. Вы только посмотрите. У меня получились краски. Но они из Skittles. Классно же. Мне точно нужно добавить больше деталей. Тогда получится намного лучше, чем у Элли. Не подглядывай. В зубрилке Стеллы получается рисунок лучше. Но я покажу, на что я способна. Нужно только вылить всю воду на мой рисунок. Тогда конфетки дадут цвет, и мое сердечко станет разноцветным. Отлично. Вода стала разноцветной. Осталось только все размазать кисточкой. Как вам мой шедевр? Вы уверены, что это шедевр? Больше похоже на разноцветную лужу. А мне нравится есть Скитлз. Неужели закончилось? Но я даже ничего не нарисовал. И до сих пор голодный. Элли, поделись конфетами. Эй, ты меня испачкала. Ну и ладно.
О, как же классно! Что? Время истекло, ребята, стоп, работа! Показывайте свои рисунки! Боже мой, Ник, ты совсем ничего не нарисовал! Ужасно! Что у Элли? Элли решила заняться оригами, хотя я просила нарисовать. Плохо. Что же будет у Стеллы? Вау, какое красивое сердечко! Какие яркие цвета! Твой рисунок точно достоин приза! Ты справилась лучше всех! Поп-ит твой! Ура, я так рада! Поп-ит такой крутой! Я могу бесконечно нажимать на него! Погодите, он же предназначался для Ника! Это тебе! Я хотела тебе сказать, что ты мне нравишься! Спасибо, Стелла! Ты тоже классная! Эй, Ник, перестань! Ты тоже классная! У меня для вас еще один приз! Это аппарат со жвачкой! Вы рады? Она очень вкусная! За такое точно нужно побороться! У вас ограниченное время, и на этот раз вам нужно будет не рисовать, а собирать пазл на скорость! Время уже идет! Девчонки, я здесь профи в собирании пазлов! Можете даже не надеяться обыграть меня! Так, эта часть должна быть здесь! Вот так! Отлично! Ого, Ник так быстро справляется! Но я кое-что придумала! Я могу забрать у него все пазлы! Посмотрим, как он теперь выиграет! Мои пазлы! Жуликов никто не любит! Я соберу пазлы быстрее всех и съем конфеты вместе с Ником! Собирать пазл очень легко! Здесь так мало деталей, что справлюсь за считанные секунды! Осталась последняя деталька! Вот и все готово! У меня получилось быстрее всего! Ох уж эта выскочка! Я могу даже твой пазл испортить! Тогда победителем останусь только я! Немного подпалим его! Отлично! Теперь твой рисунок точно никто не разберет! О нет, ты все испортила, Ник! Посмотри! Элли, тебе пазл испортила! Элли, ты все равно не выиграешь! Я соберу пазл за считанные секунды и выиграю! Ой, как же я устала ждать вашей работы! А, все, пора, показывайте! Упс. Это точно не похоже на аппарат со жвачкой! Ужасно! Что же у Стеллы? Ой, это даже не пазл! Что с ним случилось? Непонятно! Ладно, а что у Элли? Вау, Элли, ты единственная справилась с пазлом. Молодец. Так держать. Аппарат со жвачкой точно твой. Забирай. Вау, это же настоящий аппарат с жвачкой. Как же круто. Скорее хочу попробовать. Какие красивые конфетки. Очень вкусно. Хочу еще. Хочу все-все жвачки сразу. Очень вкусно. Я даже могу попробовать надуть огромный пузырь. Как вам такое? Выглядит обалденно. Еще лучше будет, когда пузырь лопнет. Эта острая иголка должна справиться. Вот так реально смешно. Тебе идет жвачка на лице, Элли. Мне страшно. Нет, мои волосы и брови. Смотрите, я монстр. Надо все вернуть. Это ты смешно придумал, Ник. Такая гадость. Волосы и брови на месте. Ура. Ой, ученики, вы уже здесь? А я тут ваш приз примерила. На этот раз у вас будет корона. Выглядит невероятно красиво. Я бы выиграл эту корону только для Стеллы, ведь она моя принцесса. Пусть будет самой красивой. Не строй ему глазки, он мой. Что надо делать, чтобы выиграть корону? Рисовать вы будете наборами косметики, надеясь, что все справятся. Давайте же начнем, время уже пошло. Я обожаю косметику. Это будет самая легкая победа из всех. Я каждый день делаю себе макияж, поэтому нарисовать рисунок на бумаге косметикой будет проще простого. Надо только использовать красивые блестящие тени. О, мне идет. Рисовать косметикой? Я ее в первый раз в руках держу. Ого, карандаш для глаз! С его помощью у меня точно получится классный рисунок. Нужно только нарисовать саму корону. Вот так. О, у меня тоже есть такой карандаш. Попробую я им нарисовать корону. Ой, это так просто! Рисовать косметикой очень просто. Вижу, что Стелле точно нравится мой рисунок. Это уже хорошо. А чем занята Элли? Какой красивый макияж я себе сделала. Что? Вы уже рисуете короны? Ну все, пришла моя очередь побеждать. Нужно отвлечь этих юных художников. Ник, посмотри на меня. Ник,
Ой, что-то в носу щекочет. Апчхи! О, нет, я испортил рисунок Стеллы. Не переживай. Я все исправлю. Секунду. Нет, ничего не трогай. Ты все только портишь. Как же все исправить? Точно. Стелла, я готов тебе отдать свой рисунок. Ты должна победить. Ой, любовь, любовь. Мне пора рисовать корону. Я могу сделать оригами. Думаю, из бумаги получится классная бумажная корона. Пока это не очень напоминает корону, но я буду стараться дальше. Пришло время раскрасить рисунок. У меня есть фиолетовая помада. С ее помощью я сделаю это быстро и красиво. Вау, здорово получается. Но я могла бы сделать лучше. Я хочу сделать корону с помощью этих двух помад. Должно получиться нереально красиво. Я сделаю это быстрее, если буду рисовать сразу двумя руками. Осталось только закрасить все детали, и все будет готово. Добавим последние штрихи. Раскрашу все камушки. Так, что же еще? Точно! Еще добавлю блесток. Корона должна сиять. Зеленые блесточки, делайте свое дело. Красота! И не надейтесь, что обыграете меня. Ого, время подходит к концу. Класс, показывайте работы. С кого начнем? Стелла, у тебя получилась какая-то размазанная корона. Мне не нравится. Что у Ника? Это слабо похоже на корону. Да и я просила рисунок. Что же сделала Элли? О, это очень красиво. Элли, ты нарисовала невероятно красивую корону. Справилась на пятерку. Ты точно ее достойна. Это так неожиданно. О, а вот и мой принц с букетом, как мило. О, боже мой, какой страшный. Куда же ты, любовь моя? Мне нужна только эта принцесса. Для тебя есть бумажная корона. Она все равно самая красивая. Спасибо, Ник. Это тоже для тебя. Ты достойна этого шикарного букета. Отстань, чудище! Где же последний приз? Странно, куда я его дела? Совсем забыла. Сейчас вспомню, подождите. Точно, у меня под беретом. Положила и забыла. Это бриллиантовое кольцо. Знаете правила? Кто нарисует лучше всех, тот и выиграет. Ник, хватит тебе летать в облаках. Жду самые красивые рисунки. Этого шикарного, потрясающего, невероятного кольца. Упс, время пошло. На этот раз у нас магнитные доски. С этим я точно справлюсь. Я все детство рисовала на такой доске. Считайте, кольцо у меня уже в кармане. Мне тоже надо начать рисовать, чтобы справиться быстрее Элли. Мой рисунок точно получится красивее. Что Элли успела сделать? Ого, какой красивый рисунок. Я тоже хочу такой нарисовать. Но у меня точно так не получится. Кольцо я не выиграю. Это мы еще посмотрим. Элли, посмотри туда. Отлично, был рисунок. И нет рисунка. Попробуй нарисовать заново, но обычным карандашом. Что произошло? Где мой идеальный рисунок? Надо все вернуть. Почему не рисует? Это настоящий карандаш. Ник, это ты все устроил. Я ничего не делал. Рисую свой рисунок. Ну ладно, я от твоего рисунка тоже избавлюсь. Как тебе такое? Ты стерла мой рисунок! Я должен был выиграть! И как мне теперь снять этот магнит отсюда? У меня не получается! Он слишком плотно пристал к доске! Элли, ты все испортила! Надо что-то придумать! Точно! Стелла, да, я должу! Мне очень надо нарисовать лучше Элли! И не надейся! Ребята, время подошло к концу, показывайте работы! Упс, у Стеллы ничего нет? Какой кошмар! Ладно, что успела нарисовать Элли? Интересно. А что у Ника? Вау, красиво! Вы оба нарисовали очень красивые кольца. Здесь победителя выберет только считалочка. Побеждает Ник! У тебя самый красивый рисунок. Ты точно достоин этого приза. Забирай. Спасибо. Стелла, я принес это кольцо тебе. Ты моя принцесса. Я хочу подарить тебе это бриллиантовое кольцо, чтобы ты всегда знала, что я люблю только тебя.
Как это мило! Мне очень приятно, Ник. Это кольцо мне так подходит. Почему кольцо не досталось мне? Давайте узнаем, что хочет наша малышка Эмили. Она очень голодная. Что ты нарисовала? Ого, это же бургер! Давайте вместе готовить бургер. Погнали! Мне нужна разговаривающая булочка. Ее надо подсушить на сковороде. Отлично, теперь лепим котлетку из свежего фарша. И обжариваем. Потрясающе! Выкладываем на булочку, сверху сыр, помидоры, кусочек лука. Закрываем другой булочкой. Вау, круто! Я тоже сейчас сделаю бургер. Это булочки? Они мне не нужны. Я сделаю бургер из пончика. Получится нереально вкусно. Разрезаем на две половинки. Внутрь надо положить вкусный шоколад. Выкладываем. Полью сверху кислым гелем. И выложу цветные маршмеллоу. Положу мои любимые радужные мармеладки. Добавлю сверху клубничного сиропа, чтобы было очень сладко. Закрываю второй половинкой. Мой бургер готов. Уэнсди, ты только глянь на бургер нашей Эннет. Ой, прости, что отвлекла. Да, я сделаю бургер черного цвета. У меня есть специальные булочки. Обжарю котлету, а теперь сделаю небольшое украшение для бургера, чтобы он не выглядел слишком беззащитным. У него тоже будут зубы, язык и глаза. Еще посмотрим, кто кого съест. Очаровашка. Вещь. Отбери у Эннет парочку мармеладных глаз для бургера. Не подходи к моей внучке, чудовище! Бабуля, это же вещь, друг Уэнсдей. Он пришел взять мои мармеладные глаза. Так, мои мармеладные глаза! Лови его, бабуля! Вещь, ты был великолепен. Сумел раздобыть мне мармеладных глаз и остаться в живых. Потрясающе. Мне осталось прикрепить глаза к бургеру и готово. Уэнсдей, твой бургер выглядит пугающе. А мне нравится, в этом что-то есть. Давайте же покажем бургеры Эмили, пусть пробует. Ой, какая вкуснотища, надо скорее попробовать. Он выглядит страшно, но на самом деле очень вкусный. Так, выглядит обычно. Надо пробовать. Иу, это лук? Гадость! А что здесь? Ого, это сладкий бургер из пончика и вкусняшек. Круто! Сейчас попробую мармеладку. Вкуснятина! Мне надо выбрать, какой бургер выиграет. И я выбираю... Уэнсдей! Надо бы попробовать эти мармеладные глаза. Как мило. Эмили понравился мой бургер. Смотри, она улыбается. Суепа! Ну вот, я опять проиграла. Давай еще раз. Оп! И опять я проиграла. Вещь ко мне. Сейчас я ее поймаю. Умница, вещь. Приготовьте самое вкусное какао на свете. Договорились. Какао – это самое легкое блюдо. Мне нужно только какао и молоко. Это все мы смешиваем в кастрюльке и ждем, когда вскипит. Теперь добавлю шоколадку. Шоколад полностью растворится, и тогда можно будет перелить какао в бокал. Ну вот, готово. Как вам мой бокальчик? Этот бокал мне на день бабушки внучка подарила. Ах, кому я рассказываю? Так, что же я буду делать? Точно возьму шоколад, он такой вкусный. Так, добавлю сахара. Да-да, бабуль, я добавлю маленькую щепотку. Вот умничка. Так, она не смотрит? Высыплю все. Отлично. Ой, бабуль, сахар сам просыпался. Ну ладно, наливаю молока. И немного красителя. Вау, как красиво! Все перемешиваю. У меня еще есть голубая глазурь. Какая вкусная! Поливаю бокал по бортику. Немного посыпки. Отлично! Переливаю розовое какао. Теперь добавлю воздушных облачных взбитых сливок. Как вкусно! И присыплю маршмеллоу. Как же это классно! Хочу добавить радугу и единорожку. Остался последний штрих. Трубочка с радугой.
Как мило получилось! Эмили точно оценит. Это выглядит так, как будто бы единорога вырвала. Сейчас я покажу, как должно выглядеть настоящее какао. Во-первых, нужен подходящий бокал. Вот такой подойдет. Спасибо, вещь. А теперь переливаю в него мое готовое какао. Добавлю сверху немного взбитых сливок и много клубничного сиропа. Ведь он так похож на Ой, ну не будем об этом. Теперь добавлю парочку червей. Конечно же, мармеладных. Трубочка и готово. Эмили, пришло время пробовать. Вау, выглядит так вкусненько. С чего бы начать? Какое милое какао. Как же вкусно. Мне очень нравится. Так, а это какао от бабули. Тоже вкусно. Спасибо, бабуль. Пожалуйста. Так, ой, какой страшный бокал. Это что, черви? Какой ужас. Надо их убрать и попробовать какао. Неплохо. Надо выбрать победителя. Итак, это Энит. Ура, я победила. Я знала, что я выиграю. Бабуля, просыпайся. Там Эмили уже рисунок нарисовала. Я хочу картошку фри. Жду от каждого самую вкусную. Да легко. Мне нужна овощечистка. Эй, отдай, я первая взяла. Ладно уж, другой почищу. Ой, что это ты делаешь? Я чищу картошку самым быстрым методом. Сегодня в ТикТоке увидела такой лайфхак. Рабочий. Простите, если задела. Энит, может, поделишься с бабулей очищенной картошкой? Давай, я помогу тебе ее снять. Ай, ну вот, готово. Класс, сейчас нарежу ее на небольшие волнистые брусочки. А теперь добавлю цветного красителя. Вау, у меня такая радужная яркая картошка получилась. Как же круто. Сейчас ее обжарю на масле. Добавлю побольше масла и отправлю жариться. Отлично, вроде бы уже готово. Надо красиво выложить на тарелочку радугой. Эмили точно не видела радугу из картошки фри. Я так рада, что у меня все получилось. И моя картошка уже приготовилась. Мне пора бы ее доставать. Ой, она получилась даже очень вкусной. Ладно, хватит есть. Перекладываю все в корзинку и наливаю немного кетчупа в соусницу, чтобы картошка фри была еще вкуснее. Потрясающе! Спасибо, Энит. Бабуля и правда отлично готовит. Уэнсдей, как твои дела? У меня все ужасно хорошо. Я уже приготовила картошку, но подать в таком виде ее не могу. Мне надо ее окрасить в черный цвет. Ой, я не посмотрела, куда направила распылитель. Теперь вся в черной краске. Бабушка, да что вы так пугаетесь? Это просто краска. Вот видите, ее уже нет. Попытка номер два – красить картошку. Отлично получилось. Наливаю немного кетчупа, и все готово. Идеальная черная картошка фри. Вау, Уэнсдей, твоя картошка выглядит обалденно. Уэнсдей, ты такая молодец, я так рада, что у тебя получилось. Все, больше не буду, пробуй. А это еще что? Горелая картошка? Надо бы ее попробовать. Ого, она не горелая. Попробую соусом. Как вкусно! Эта картошка такая вкусная, что даже не могу остановиться. Вкуснятина! Что же меня ждет дальше? Так, эта картошка выглядит обычно. Такую я ем в Макдональдсе по выходным. Вкуснятина! Сейчас попробую с кетчупом. Ням-ням-ням-ням-ням. Не могу остановиться! Объедение! Бабуля, твоя картошка фри хороша. Осталось попробовать картошку фри Энит. А я так сильно объелась. Ну ладно, буду есть. Радужная картошка. Я такое еще не пробовала. Ой, как вкусно. Я так рада. Больше не могу. Эмили, ты как там? Со мной все в порядке. Так, вижу, что все уже готовы и ждут, что же малышка попросит приготовить. Я уже решила, приготовьте мне панкейки. Хочу самые вкусные. Панкейки так панкейки. Легко. Панкейки – это мое фирменное блюдо. Сейчас нажарю стопку наивкуснейших панкейков. Мне нужна лопатка. Хотя нет, постойте, мне нужен половник. Мне нужно наливать тесто на сковородку. Отлично. Жарю панкейк. Теперь нужно перевернуть.
Какой же красивый. Я тоже сделаю ужасно вкусные панкейки, но для начала мне надо что-то сделать с этим тестом. Я не могу оставить его таким. У меня идея. Вещь, дай сюда краситель. Окрашу тесто в черный. Так выглядит уже аппетитнее. Эмили точно оценит. Уэнсди, ты заболела? Со мной все в порядке. Сейчас пожарю панкейков для младшей сестренки. Черные панкейки выглядят так аппетитно. Нет, а как у тебя дела с панкейками? Все отлично. У меня идея. Я сделаю панкейки в виде единорога. Сейчас только нарисую его на плите. Получится он невероятно красивым. Теперь раскрашу его. Использую все мои любимые цвета. Розовый. Какой красивый единорожка у меня получается. Теперь нужно перевернуть. Ура! Все получилось! Энни, ты такая умница! Мои панкейки тоже готовы. Надо сделать стопочку. Отлично, теперь добавлю сладкого кленового сиропа. Вкуснятинка. Поливаю. Готово. Ой, нет, милая, спасибо. Я знаю, что они прекрасны. Почему никто не понимает, что черная еда лучше всех? Эмили точно выберет мои черные панкейки. Добавлю красивого декора, клубничный сироп и парочку паучков. Готово. Ждем твоей оценки. Эти панкейки с пауками? Их надо убрать. Теперь попробую. Неплохо. Так, а что здесь? Масла не надо. А вот панкейк очень вкусный. Так, а этот в виде единорога. Какой милый. Необыкновенно вкусный. Я знаю, кто выиграл. Эннет! Что? Я снова выиграла! Ура! Это так круто!